Вот уже много лет программа «Party Time» дружит и сотрудничает с караоке-рестораном «Не гони», поэтому нам вдвойне приятно присутствовать на 12-м дне рождения этого замечательного места. Сегодня «Не гони» встречает нас душевной атмосферой и обновленным интерьером. Пойдемте посмотрим, какие новшества коснулись стен этого заведения. С вами программа «Party Time». С нами интересно. Что сегодня будет в Негани? Ресторан Негани сегодня празднует 12 лет. Это серьезное событие, серьезный такой вот повод, который собрал самых любимых, самых добрых, самых отзывчивых гостей, которые сегодня вместе с нами. Сегодня у нас перезагрузка. Ресторан Негани, как птица Феникс, обновился и новым, красивым, радушным принимает наших любимых гостей. Да, взлетел вверх. Ходим в ресторан «Не гони», очень нравится. Обновления понравились. Отличное впечатление, лучше не бывает, серьезно. Все шик, все красиво, все хорошо оформлено. Ну, как бы, я думаю, всем процветания, всего самого наилучшего. Будете ходить часто, да? Конечно, чаще, чем ходили. Скажем конкретно о программе сегодня в Негани. Сегодня у нас участники X-Factor Украина, сумасшедший драйвовый коллектив Dance Band, те люди, которые от всей души дарят музыку и, ну, можно сказать, делают эту перезагрузку вместе с нами. Сегодня много подарков. Во-первых, это розыгрыш путевки на двоих. О, в Европу. В Европу, да. К сожалению, мы с Юрой не можем принять участие в розыгрыше. В зале есть 100% пара, которая выиграет поездку в Европу на двоих от компании «Лямур Вояж», нашего партнера. Во-вторых, сегодня много конкурсов подарков. Сегодня подарки дарим не только мы, «Не гони», ресторан, но и гости, которые исполняют любимые песни, наши постоянные золотые голоса, которые дарят нам подарки. Сегодня светодиодное шоу, которое на сегодняшней цене на электричество смогло подарить вот такое вот прекрасное шоу. Девчонки, я в приятном шоке, я просто не узнала «Не гони», я довольно давно здесь не была, и те изменения, которые здесь произошли, они действительно колоссальные, они потрясающие. Ваши впечатления от обновленного «Не гони»? Ну, на самом деле, мне очень нравится здесь, тут намного больше места стало, очень красиво. Хочется быть здесь, приходить снова и снова, и я думаю, обязательно будем посещать. Просто «Не гони» не узнать, мы очень ждали это открытие, ну, мы в восторге. Ребят, спасибо вам огромное за ваше выступление. Я видела даже, что девушка на каблук сломала, настолько танцевала. Это только начало, и страшно подумать, что будет дальше. Год, когда вы собрались, вот полноценную группу придумали название? Два года назад. Полноценная группа образовалась 1.5-2 года назад. Да, примерно так. Да, то есть вы собрались, что-то там поиграли и решили, будем кавер-бендом. Или у вас есть уже авторские песни какие-то? Авторские. Мы еще, у нас группа авторская, которая там 10 лет уже. То есть просто мы решили отсоединить кавер-проекты от авторства. Ребят, то есть получается, что кавер-бендом вы зарабатываете денежку на свой авторский проект, да? Ну что? Да, на свой авторский проект, это все правда. Честно. Это хорошо. Я заметила, что у вас очень разнообразные песни на украинском, и на русском, и на английском, абсолютно разные жанры. А есть песни, которые вы никогда не споете ни за какие деньги? «Любой пацан» называется песня. Ребят, ваши эмоции от «Не гони», как вас встретили? Как вам интерьер, публика? Встретили очень-очень классно, встретили. И покормили, и супчик, и все как надо. И гречечку, и другой, и третий, и компот. В общем, все в порядке, встретили тепло. Нам очень нравится в Харькове, мы здесь, если честно, второй раз всего по работе.
уже увидели новый интерьер, вы уже попробовали новое караоке, услышали новый звук. Какие положительные изменения вы заметили? Звук – это что-то с чем-то. Это положительные изменения 100%. Ощутил сразу. Ремонт очень даже впечатляет. Я бы так сказал, я даже не ожидал, что так можно преобразить помещение. Даже на душе стало как-то светлее, я бы так сказал. Я желаю Нигани процветания, побольше благодарных посетителей. Всего им наверное лучшего. Ну, чтобы побольше таких голосистых гостей, как вы, приходило, правда? Спасибо большое. Друзья, поздравляю вас с тем, что вы сегодня выиграли поездку в Европу. Не знаю, в какой компании вы поедете, еще не знаю куда, но это праздник действительно. Ваши эмоции от сегодняшнего вечера? Я вам хочу сказать самые позитивные эмоции, которые только можно передать. Я раньше думал о том, что все покупается, за все заплачено, но на самом деле бывают реальные выигрыши. Здесь это был реальный выигрыш. Вы тоже счастливец, а более того, вы еще и золотой голос караоке ресторана «Нигани». Как давно отдыхаете здесь, как часто поете? Очень давно отдыхаю, часто пою. Это мое любимое место в городе Харькове. Здесь очень теплая атмосфера. Здесь уже, наверное, знаете, более какие-то уже семейные, наверное, отношения. Я очень люблю это заведение. Всегда сюда прихожу, очень часто. Поэтому, наверное, уже знаешь каждый уголочек этого заведения. Очень уютно, очень прекрасно. Спасибо вам за ремонт, который здесь проведен. Это круто. Это новый уровень, и я уверена, что каждый гость оценит то, что сделали. Еще и новый звук, что для вокалистов очень важно. Очень важно, очень важно, очень объемно, очень, ну, шикарно, правда. Не напрягаешь абсолютно голосовые связки, это приятно. Мы желаем, чтобы процветал, и мы еще не один год тут праздновали, все день рождения, праздники. Удачи, позитивных, богатых клиентов, хорошего коллектива, чтобы между собой не ссорились, чтобы всех все устраивало. Такого не бывает, но мы же можем помечтать, правильно? Конечно, то есть, конечно. И, в общем, чтобы все было гладненько. Больше хороших клиентов, приятных клиентов, которые превратятся в друзей постоянно. И таких же красивых, как вы. Я хочу сказать, что это очень красивое заведение, популярное среди харьковчан. И хочу пожелать этому заведению процветания, хороших, благодарных клиентов и всего-всего самого хорошего. Пусть его любят харьковчане. Хочется пожелать, чтобы ресторан не гони, когда мы уже будем стары, будем лежать тут с Юрой, вот, сидя или посмотрим. Чтобы золотая и бриллиантовый день рождения, золотой, обязательно отпраздновал ресторан не гони. Так, и до встречи через 38 лет на 50-летие. Правильно, договорились? Мы, что может раньше получится как-то. На этой фразе закончилась наша карьера работы в Харькове. Спасибо, друзья. Это была группа Dance Band. До свидания.